И всем здравствуйте, любимые зрители, всем привет, ребята, с вами в первую очередь, что бы хотел сказать, вам бы хотел сказать здорово, ну да, ну это, да, блин, опять какую-то хрень несу, ладно, пофиг, несу, пофиг, с Хэллоуином вас, ребята, вот, реально с Хэллоуином, там что-то темное на улице у вас происходит или нет, или вообще ничего не происходит. Потом, 1 ноября, я хотел заснять какое-нибудь видео, но посмотрев на своем канале сколько лайков, я резко передумал и вообще не буду ничего снимать 1 ноября. Ну, в смысле, там, какой-то там праздничный, типа, сюрприз, все дела, блин, надо мышку вот так убрать, все. Там, сюрприз. Нет, я не буду ничего такого снимать, что лайков действительно мало, это... Я не знаю, это бессмысленно. Тупо это бессмысленно для меня. Было бы хотя бы на каждом видео по 10 лайков, я бы заснял. Но так, поскольку там их вообще нету, это бессмысленно. Так, ну с Хэллоуином вас, ребята, да, и насчет. Скоро будет у нас такие видео, видосики прикольные довольно-таки для вас. Будут они про... Ачивки. Мы будем выполнять ачивки в Майнкрафте. Я, паук, возможно, еще кого-нибудь там, например, из подписчиков приглашать. Или из друзей наших. Типа как Арахис, с Корабея, но он что-то сейчас не может. Я его давным-давно уже не видел. И других ребят прикольных. Так. Ну, вроде все такие важные новости сказал, то, что видео не будет. То, что нету лайков, их вообще нет у вас. Ну, посмотрите, круглое вот это вот число. И поймите меня, почему нету. У вас 262. Это очень просто запредельная цифра, а лайков нету. Из этого я тупо бессмысленно снимать какую-то хрень. Ну, не хрень, видео. Да. Что-то я хотел вроде еще добавить, но забыл. Хотя нет, вроде все. Да. Еще раз говорю, с Хэллоуином. Да. Если это видео, возможно, прямо вот сейчас выйдет. И если вам не влом, поставьте лайк, вот, чтобы мне завтра было хорошо, чтобы я завтра проснулся с хорошим настроением и сказал, вау, у меня днюха, у меня 10 лайков наконец-то под видео. И сказал, да, этот день удачливый, и я буду стараться делать для вас что-то хорошее, прикольное. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, хотя я ее сделал закрытой. Не знаю почему. Просто сделал закрытой, и все. Не надо там лишних вопросов. Всем спасибо, всем пока.